Ситуацию на пункте пропуска Верхний Ларс обсудил вице-премьер Ирбек Тамаев с делегацией Турецкой Республики. Уже много дней проезда через границу ожидают десятки фур. Большая часть из них – это турецкие большегрузные машины. По словам Ирбека Тамаева, движение осложняется из-за нестабильных погодных условий на территории Грузии. Власти республики делают все возможное, чтобы водители фур ни в чем не нуждались. На пути следования транспорта развернуты 12 пунктов обогрева и питания, а также 3 стоянки грузовых автомобилей. Круглосуточно дежурят сотрудники МЧС, оказывается консультативная помощь по миграционным, медицинским и социальным вопросам. В районе скопления транспорта организована работа Центра медицинных катастроф и патрульных нарядов. Эрбек Тамаев отметил, продвижение грузопотока осложняется и тем, что на грузинской стороне идут работы по реконструкции таможенного пункта пропуска. Они должны завершиться к концу года. Представители Турции всеми мерами удовлетворены и готовы оказать любую поддержку для нормализации логистики.